Мёрда Анис суд приговорил пятерых предполагаемых членов ТИГИЛ к смертной казни. Еще 15 других задержанных получили различные сроки. От 3 до 15 лет тюремного заключения с принудительными исправительными работами. Группа боевиков в составе 20 человек арестована в результате спецоперации на севере страны. В ходе возникшей перестрелки погиб один полицейский. Подсудимым предъявлено обвинение в планировании и осуществлении террористических актов, производстве взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия и продвижении террористических идей.